что лучше, тройка, семерка или 60? Я думаю, что 60. Привет, YouTube. Карта тройка. Очень удобный проезд в московском метрополитене. На эту карту вы можете записать тариф, который называется электронный кошелек. Стоимость поездки на данный момент времени 35 рублей. А пополнять можно со счета мобильного телефона через банковское приложение. Это один вариант использования. На ней также две ячейки или две папки памяти для записи проезда на российских железных дорогах. То есть, если вы катаетесь на электричках, у вас есть возможность записать туда два абонемента сразу, скажем, с 1 по 15 число, потом выбрать дату уже в другом месяце, если у вас какие-то планы есть. Пользоваться картой, не пользоваться. Все очень просто. А оплачиваете, просто выбираете дату, ту, которая вам нужна. Это второй вариант. Теперь третий вариант. Не так давно на карточку тройка начали записывать 60 поездок. 60 поездок на метро. То, что раньше давали на бумажных красных карточках. Главное, что на эту карту, помимо билетов РЖД, двух ячеек памяти, вы можете записать и эти 60 поездок. Например, 28 рублей и 33 копейки, что намного дешевле, если сравнивать его с электронным кошельком. Минусы электронного кошелька, что поездка дороже, он у вас дешевле стоит, но есть срок действия этих поездок, а именно 90 дней. Вот как связано электронный кошелек и... И эти 60 поездок, которые записываются только в кассах московского метрополитена, одна ли это ячейка памяти для электронного кошелька или для 60 поездок, вот это мне непонятно. Если вы знаете, напишите в комментариях внизу, буду очень вам признателен. Рекомендую пользоваться одна карточка, а не несколько. Есть еще карта стрелка, но она уже действует именно только в Подмосковье. Всем спасибо, всем пока. Лето снова наступило, с утра было 12 градусов. Сейчас вот солнышко, тепло. Вы любите лето? Хотя можно и зайцем, наверное.